Каждый год в жизни ансамбля наступает этот волнительный момент. Наш коллектив покидают выпускники. Пусть будет много счастья, любви, улыбок, радости и совсем чуть-чуть слез и разочарований. Пусть каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном деле, чтобы можно было безбоязненно смотреть в будущее. Мы приветствуем наших выпускников и приглашаем их на сцену. Громкие аплодисменты! Сказать, что кто-то из нас не волнуется, нам невозможно, потому что вот такие ребята, которые выросли здесь, это будущее нашей страны, это будущее нашего великого города. Они молодцы, а мы всегда с вами.
дипломами награждаются выпускники хореографии. Верма Арина, Московская государственная академия хореографии. Вершинин Артур, Московская государственная академия хореографии. Саяпин Дмитрий, школа-студия, училище при государственном ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Селезнев Андрей, Московский государственный университет геодезии и картографии. Чернышова Ксения, Московский государственный университет имени Ломоносова. Шупин Платон, Московский архитектурный институт, Государственная академия. Выпускники хора. Абакшина Анастасия, Московский техникум креативных индустрий имени Герасимова, третий курс. Александрова Елена, Российский государственный университет имени Косыгина. Борина Елена, колледж при Московском гуманитарном университете, второй курс. Васильева Елизавета, Московский педагогический государственный университет. Горунова Виктория, Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Дмитриев Илья, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга. Тетина Елизавета, Российский университет дружбы народов. Леонтьев Олег, первый московский образовательный комплекс. Логвинова Елена, Институт среднего профессионального образования имени Ушинского, третий курс. Овсянникова Евдокия, Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Певцова Елизавета, Московский государственный университет имени Ломоносова. Выпускники оркестра. Адамс Катлин Изабелл, поступила в Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики. Гордиенко Аркадий, Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Кагай Вера, Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж имени Гнесина. Кротков Александр, Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики. Мельников Юрий, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Орлова Екатерина, колледж права, Высшей школы права, Юридического университета имени Кутафина. Рубчик Николай, Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики. Савина Лариса, Международный технологический колледж Московского государственного университета пищевых производств. Сарвилина Марина, Российский государственный аграрный университет МСХ имени Тимирязева. Камерного хора Разумцова Феодосия, Российский экономический университет имени Плеханова.
теперь слово предоставляется нашим выпускникам. Честно, нам сказали выступать не больше 2 минут. Но мы понимаем, что уместить весь спектр чувств, которые мы испытываем к этому месту, в 2 минуты, невозможно. Но хочется отметить об ансамбле Локтева что-то уникальное. Мы подумали, и вот насколько по-особенному мы общаемся в ансамбле. Отношения в коллективе, вот что уникально. Вот смотрите. Мы, во-первых, приходимся друг к другу коллегами. И мы все вместе готовимся к концертам. И на сцене между нами устанавливаются деловые отношения. Кто-то не так спел, станцевал или сыграл. Мы разбираемся. А кто это сделал? А почему он это сделал? А почему мы все должны из-за него репетировать все заново? Все очень серьезно. Во-вторых, мы приходим все друг к другу друзьями. Друзья постоянно помогают друг другу, всячески поддерживают друг друга. Вот, например, на репетициях, если у кого-то не получается какое-то движение в танцах, или, может быть, кто-то не может чисто сыграть или спеть кусочек произведения, друзья всегда помогут. Пусть даже это будут колготки, забытые на репетициях. Друзья всегда выручат, помогут, научат новому и помогут справиться с переживаниями. И, конечно, ансамбль Локтева — это большая семья. Мы настолько сближаемся в ансамбле, что становимся друг другу родными навсегда. Порадуемся победам друг друга все вместе. Переживаем все вместе, если у кого-то что-то не получается. Поздравляем все вместе друг друга в день рождения. На сводных репетициях поем всем ансамблем. А на концертах не только ансамблем, но и с вами, с большой локтевской семьей. И фактически мы все выросли в одном доме, доме на Воробьевых горах. А растили нас наши педагоги вместе с сотрудниками ансамбля. Мы очень благодарны вам за это. Все, о чем мы говорили, было возможно только благодаря вам. Спасибо, что подарили нам счастливое, необычное и полное самых-самых разных воспоминаний детства. И мы желаем вам, локтевцы, чтобы вы также жили и болели ансамблем, как это делали мы. Память об ансамбле и гордость от того, что мы были частью его столько лет, останутся с нами навсегда. А мы навсегда останемся локтевцами. Thank you.
дорогие друзья, у нас еще есть одна славная традиция. Многие ее знают. Если кто-то не знает, мы с удовольствием познакомим с ней. У тех наших артистов, у кого день рождения падает в день концерта, мы поздравляем всегда на сцене. Поэтому сегодня мы хотим передать самые теплые наши пожелания нашим юным артистам Артему Данилову, Манякиной Саше и Анисимову Богдану.